Крик с воды – сигнал для спасателей, ведь это жизнь человека. Дмитрий работает в МЧС и тонуть не собирался. Все постановочно, чтобы зритель на берегу проникся ситуацией. Его быстро вытащили из воды, оказана первая помощь, затем дело уже врачей. Зажимаем нос, плотно обхватываем губами, делаем два вдоха и начинаем, соответственно, делать непрямой массаж сердца. Если дыхание и пульс не появились, продолжаем сердечно-легочную реанимацию. Сердечно-легочную реанимацию проводим либо до появления признаков жизни, до прибытия бригады скорой медицинской помощи, но не меньше 30 минут с момента остановки дыхания и сердца. Сначала тренировка, а теперь изучение правил. Детям, не умеющим плавать, урок от профессионалов. Научили правильно руки держать, ноги. То есть я стала быстрее плавать. Некоторые упражнения я здесь вообще не знала, и поэтому благодаря этим упражнениям, думаю, будет лучше всего плавать, научусь. Специально сюда привезли, чтобы ребята получили вот эти вот навыки первоначальные обучения плаванию. Самое главное правило для отдыхающих, даже если вы умеете плавать, то нужно это делать на оборудованных пляжах, потому что там работает спасательная группа, которая в любой момент может вам помочь. Жара, вода, купаться только там, где разрешено, говорят спасатели. Маленьким под присмотром, взрослым трезвыми. Ленар Гинатулин, Александр Вольнов, ТНВ, Казань.